знаете, пока не это надо переварить. Да. Спектакль непростой, вот. Ребята очень хорошо играли. Угу. Замечательно выкладывались, но и потом очень близко. Поэтому такое вот впечатление соучастия в спектакле. Что в этом спектакле было самое сильное, как вы думаете? Финал. Ну, знаете, нет, наверное, игра. Пока меня впечатлила только игра. А остальное еще пока за кадром. А у вас финал почему, объясните? Ну, как вам сказать, мне трудно было смотреть спектакль, а вот финал, он был просто человечек. Спасибо большое.